пошли на рынок покупать кофе. Они разные тоже, да? Вот эти вот серенькие, да? Вот эти. Ну, они крупные, но они сейчас пока не через месяц, полтора года. Ну, понятно, им нужна адаптация и к условию. А, ну, это легерные, да? Это любые. Только правые смысл. Это здесь вот доминант, а здесь какие? Вот он тоже. Это здесь орловский. Серые это все черти доминант. Нет, шишечки платили. Это набок, луки мы раем. Как выбирать? Шишечка набок. Шишечка набок, а ноги? А ноги? А ноги безразличные. А это точно петушок? Я в этом не понимаю. А потом, если в следующий выходной приеду, они будут они драться с новыми? А то у нас в прошлом году дрались. Это поначалу, да. 350. Ну давай, выберем. Есть куда или нет? Так, мешком надо. Он есть мешок. Я, да. Давай мешок. Мешок сейчас. Три штучки. Вот это, да, вон. Шишечка между, вон она серая. Давай. Вот она. Я вот. Так, держите мешок. Ножки вроде бы хорошие. Так. А это молоденькая. Вот эти. Вот это, нет? Не, ну крупная, крупная такая, ну ладно. Конечно, поменьше, чем те. Ну да. Так, а из тех вот еще там есть доминанты? Да есть, но... Но не мелкие. А вот это вот... Месяца по три. Да? Ну эти, может, по... Ну что, три больше. Прибыли на дачу, вот, соседская собачка нас встречает, привезли курок. Ну, ты смотри, видишь ты, сейчас бы, скажи, мяско я полопал бы. Нельзя, уходи, нельзя. Процесс выпускания курок. Вот, мы сейчас их выпустим. Курочек наших. Иди, не бойся. Иди. Идите на новое место. Видишь, какие такие нормальные. О, какие курочки. Доминант. Иди. Так. Это маленький. И еще даже две попалось у нас. Ну, хорошие это лапки. Вон, желтенькие вот. Такие. Иди, вот иди, они. Иди. Вот они, красавчики. Пошли легерны. Беленькие. Выходи. Вот они легерны. Зацепился ногой. Лапа. Так. Так. Теперь давай. Серенькая выскочила. Смотри только голову. Осторожно. Так, это хохлатки. Эти хорошие. Хорошенькие, да, хохлаточки порода. Хохлатка какая-то, не помню. Или крымская она сказала. Давай, иди. Вот она. Так почему? А нам. Это же не хохлатка. Нет. Это же доминант. Доминант. Почему-то. Четыре вида. Это хайсек браун, они сказали, вот этих три. Это легерны беленькие. А две хохлатки. Две хохлатки какие-то крымские. И вот доминант серенькие, вот такие, как у нас там три. Четыре, три. Получается, что есть, они или по группам разбились по группам.
Соединяйтесь вместе. Так, а наши где три сидят? Доминанты. Ага, вон они еще. Одна, а те в гнезде, наверное, сидят. Да. Вон она выглядывает из гнезда. Выходите, знакомьтесь с новыми друзьями своими, подружками. Четыре доминантки, две хохлатки, три легорна и три хайсеки. Хайсек браун какой-то. Такой, вот такое семейство мы сегодня приобрели себе на дачу. Будем выращивать все виды, какие из них лучше занесутся. Не делись. В сторонку. Та самая вон та крупная, которая больно шустрая.